Всем привет! С вами снова я, Юлия, и вы на канале «Жизнь в Турции». И сегодня я нахожусь в Ургюпе. Это тоже небольшой городок на территории Каппадокии. И за мной находятся три красавицы. Это знаменитые камни. Они сфотографированы и нарисованы на любых эмблемах Ургюпа. Я бы хотела вам рассказать небольшую легенду, как эти камни образовались. Много-много лет назад в королевской семье была дочь, и она влюбилась в простого бедного парня, но отец, разумеется, не выдал ее замуж за него, и тогда они сбежали. Со временем у них появился ребенок, но отец это так и не оставил и послал за ней свое войско. И когда они убегали от этого войска, она упала на колени и взмолилась Богу и сказала: «Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы моя семья никогда не распадалась, и мы были вечно вместе». И именно в тот момент она, ее возлюбленный и ребенок превратились в скалы. Вот такая легенда об этих трех необычной форме скала. Одно из самых знаменитых мест в Ургюпе – это Осмалы Конак. Именно здесь снимался знаменитый турецкий сериал. Вот я уже в особняке, вот сюда стоит 10 лир на человека. Пойдемте знакомиться вообще, что это такое. Сериалы, загуглите и посмотрите. Сериал по-турецки называется «Осмалы Конак». Ну, если перевести на наш, то это, скорее всего, «Особняк Осмалы». Первый раз в Каппадокии я была 7 лет назад. Даже чуть больше. И тогда у меня не было моего Эрделя Дионьки, а я обожаю Эрдель Териров. И когда я приехала в Каппадокию в Ургюп, я увидела одну очень интересную маленькую такую статую. И мое сердце просто обомлело. И сейчас я, спустя 7 лет, опять на этом же месте, но эта статуя до сих пор стоит. Я обожаю эту породу собак, я их просто обожаю. Я познакомилась с владельцем вот этой вот лавочки. Здесь продаются сувениры. И он сказал, что здесь изображена его собака, Эрдель Терьер Софи, которая, к сожалению, на тот момент уже умерла, но он ее очень любил, поэтому в память о ней он сделал вот этот вот экспонат. И уже больше 10 лет эта собака стоит здесь, возле его магазина. А теперь пришло время зайти в местный погребок и продегустировать вино Ургюпа. Вот, так сказать, выбор на любой вкус. Здесь даже вот в полу бутылки вделаны, но стеклышко запотело. Но это еще не все, мы идем в следующие залы. Опять же таки, все сделано в таких вот мини-пещерках. Можно выбрать здесь вино на любой вкус. Красное, белое, розовое, сухое, сладкое. Что бы вы не захотели. И помимо того, что здесь попробовать можно, здесь есть вот небольшое кафе.
Ну что, нам налили красное сухое вино. Будем пробовать. Давай, чин-чин. Красное сухое, да? Красное сухое. Ой, я уже чувствую вот эти вот ноты. Такое вкусное. Больше сенека, да? $95 бутылочка. 70 башню. Цены начинаются от 70 лир до 300 лир за бутылку. А вкусное. Сыра не хватает. Сыра не хватает. Нам не хватает сыра, сырную тарелку нам не дали. Эта бутылочка Кабарне Совиньон стоит 130 лир. Ну что, пробуем. За нас красиво. Мне первый прям больше понравился. Это более кислое, да? А то терпкое более. Да, более такое. Но это такое. Это легче, да. А то как-то... То можно растянуть, а это быстро. Мы тут посовещались, и я решила, что первая бутылка, прям первое вино, нам понравилось больше. Я себе взяла бутылочку вина за 95 лир. Вообще Ургюк небольшой городок. Вот я нахожусь на центральной площади. Я его прошла буквально за 10-15 минут. Практически все, что можно было посмотреть, я здесь посмотрела. Но мне сказали, что буквально в 3 километрах от Ургюпа, в небольшой деревне Мустафа-Паша, есть много интересных старых монастырей и церквей. И именно туда я сейчас и направляюсь. Вот я и добралась до небольшого поселка Мустафа-Паша. Доехала я сюда на маршрутке и заплатила за нее 4,5 лиры. Сказали, что здесь, ну, как бы историческое место, что какие-то есть здесь церкви и монастыри. Но пока я еще не понимаю вообще, где я нахожусь. Пойду искать, надеюсь, увижу что-то интересное. Я уже и дошла до монастыря. Выглядит он величественно, надеюсь. Там внутри тоже интересно. Долины монастырей. Здесь вот есть вывеска о том, что порядка 5 монастырей в этой долине. Ну, пойдемте прогуляемся. Камни просто потрясающего цвета. Аж прямо ровная линия идет, окрашена в розовый цвет. Слушайте, ну камень реально розового цвета. Посмотрите, как он осыпается. Это вот местный камень. И именно в нем выдалбивали вот эти все скалистые церкви и пещерки. Я дошла до монастыря Святого Николая в этой долине. Но он, к сожалению, закрыт. И вот написано, что вход стоит 5 лир. Здесь, как я понимаю, идут реставрационные работы. А здесь я нашла древний туалет на 4 кабинки. И вот он, так сказать, дырочка в полу. И так в каждом туалете. И всего их 4. Вообще долина монастырей абсолютно не раскрученная. Это не туристический объект на данный момент.
Ни одного человека здесь нет. Вот я говорю, нашла один большой монастырь, и там сейчас ведутся ремонтные работы. И если вот так вот присмотреться, везде, везде в скалах есть маленькие церквушки, но как таковой дороги и прохода здесь пока еще нету. На входе было написано, что только проект разрабатывается этой долины. И я думаю, что через пару лет она станет такая же популярная, как, например, Розовая долина или Долина Любви или какая-либо еще долина на территории Каппадокии. Но я уже не пойду дальше, буду возвращаться. Знакомство с городком Ургюп и деревушкой Мустафа-Паша прошло успешно. Из Гюреме до Ургюпа можно добраться на маршрутке. Проезд стоит 10 лир, но не забывайте, что маршрутка ходит всего лишь один раз в час. На этом буду прощаться. Не забывайте на меня подписываться. Остаемся на связи и до встречи в моих следующих видео. Пока!